Город ждут две волны добра. Ивановские волонтеры получили грант от Федерального агентства «Росмолодежь» на реализацию добровольческого проекта. По задумке четырех молодых организаторов, каждый год весной и зимой в городе будут проходить добродни – масштабные волонтерские акции. По всему городу Иваново это будет 15 примерно площадок, и на них будут происходить разные действия. То есть это от помощи детям-инвалидам, то есть даже людьми с ОВЗ, до там каких-то насущных проблем, то есть там помочь в зоопарке. Конкурентов на конкурсе было немало, и эксперты оценили проект ивановских активистов по достоинству. Сумма гранта 200 тысяч рублей. Все средства пойдут на организацию добрых дел. Средства будут реализованы на атрибутику по вот именно «Добрый день», то есть специфическая там вот футболки, вот канцелярия, вот все такое, это все организационный момент. И вот мы будем проводить мероприятия, допустим, вот со школы-интернат с глухими детьми, которые на улице Московской находятся, и вот там разные поделки делают, то есть это бумага, ручки, карандаши, вот ну, канцелярия, грубо говоря. Первый добродень пройдет 22 апреля. Ребята подготовят 13 площадок. Собираются провести мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, съездить в дом малютки, помочь в больницах и встретиться с ветеранами. Сейчас волонтеры продумывают концепцию работы и ищут союзников, чтобы сделать акцию по-настоящему масштабной. Сейчас мы, конечно же, к нему активно готовимся. Прописываем различные акции, договариваемся с организациями, которые готовы поучаствовать в этом проекте, ну и надеемся на лучшее. Но на данный момент все еще находится на стадии переговоров, но я думаю, организации 4 в этом участии 100% примут. Ивановские волонтеры надеются, что акция станет ежегодной и будет набирать все больше и больше площадок и мероприятий. Ребята хотят показать, что если собраться всем вместе, пусть и за 2 дня в году, можно сделать очень много добрых дел. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.